Достар, поздравляю вас. Более-менее технический анализ сыграл. Но это произошло из-за выступления главы ФРС вчера, Джереми Пауэлла, о том, что он собирается повышать ставку на 50 пунктов в мае. И ходят слухи, что в июне будет повышение на 75, и дальше в июле будет на 75 также. Поэтому рынок и отреагировал. Рынок есть рынок, он всегда реагирует. И повышение ставок на самом деле не конец рынков. Можете посмотреть на ютубера Олесио Растани. Хотя зачем я называю ютубером? Он профессиональный трейдер. Он показывал статистику, именно когда ФРС повышал ставки, что рынки особо не падали, а наоборот росли. Поэтому биткоин вчера слили из-за этого. Но это и есть отличный шанс для всех нас и для тех, кто не успел закупиться. Ну и также я решил открыть рубрику с каждым видео «Токены на неделю». Буду вам говорить те токены, которые сейчас лучше всего выглядят фундаментально и по техническому анализу. Первый – это Атом, Космос. Второй – это Фантом. Два токена, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Алга!